ближайшие три дня в Саратове ожидается плюсовая температура, а также осадки в виде мокрого снега. Все силы муниципалитета будут брошены на минимизацию последствий непогоды. В круглосуточном режиме будет обеспечена расчистка основных дорог и развязок пешеходных переходов. Для повышения эффективности наших мероприятий, я обращаюсь с просьбой к горожанам, руководителям управляющих компаний, предприятий и организаций оказать содействие, подключиться к работе по благоустройству города. Прилегающие территории домов должны своевременно очищаться и обрабатываться противогололедной смесью. Особое внимание я уделяю объектам социальной сферы. Они должны быть приведены в нормативное состояние, и работы должны вестись круглосуточно. Коммунальным службам уже поставлена задача усилить работу по очистке тротуаров и общественных остановок, подъездов к объектам социальной сферы. Эта работа должна вестись круглосуточно. Еще раз напомню, что осадки в виде мокрого снега будут в течение 3 суток, поэтому мы должны все необходимые средства и всю имеющуюся технику направить на очистку и благоустройство нашего города. Призываю руководителей управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, предприятий, организаций всех форм собственности по максимуму подключиться к данной работе по благоустройству территории. Уважаемые горожане, прошу всех отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Автомобилистам я все-таки рекомендую в период снегопада не оставлять на длительный срок машины на обочинах дорог, где они могут воспрепятствовать работе спецтехники по уборке города. Общими усилиями мы сможем организоваться и предотвратить неприятные последствия и максимально в течение 2-3 дней очистить город от выпавших осадков.